Всем привет! Я тут надел праздничную футболку. Обзор для меня, конечно, всегда праздник, но в данном случае праздник вполне двойной. Все-таки обозреваю наушники одной из самых любимых компаний. Субъективно, конечно, но люблю я AMR. И в целом с новой моделью R2 Aten, не знаю, в общем, как это даже... Aten, как это по-русски ее-то назвать, в общем... Праздник, в принципе, удался, потому что они действительно, скажем, сделали отступление в сторону от R1 и R1 Zenit и действительно тюнинговали модель чуть-чуть по-другому, но тоже интересно. В принципе, если вдруг кто-то не знает, то EMR это компания того самого Боба из Trinity. В общем-то, для Trinity Audio все закончилось немного печально, потому что они нахватали предзаказов и не выполнили их. Но, в общем-то, сам Боб у них был просто наемным работником, который для них тюнинговал звук и активно общался на форумах. Поэтому все шишки посыпались на него, хотя он, в общем-то, не был во главе всего этого, всей этой печальной истории. Ну, по крайней мере, никто пока не сумел этого доказать, а принцип презумпции невиновности гласит, что, в принципе, никто не может быть признан виновным, пока это не доказано. Так что, а компания AMR... В принципе, 2 года на рынке, даже чуть больше. И, в общем-то, за это время они выпустили как минимум 3 уже модели. И, в принципе, если вы им не доверяете, просто не пользуйтесь их предзаказом. А наушники они делают очень толковые и, в принципе, показывают, что действительно влюблены в звук, потому что мало кто из других компаний настолько же качественно выполняет работу по сервисному обслуживанию. Потому что в R1Z, в первой партии, была часть наушников, у которых были проблемы с полярностью, и все, кто пострадал от этой проблемы, просто получили новую пару абсолютно без требования возврата. А так как проблема с полярностью легко исправлялась, то, в общем-то, многие оказались 2 парами наушников. Но это отступление. Сегодня речь про R2, Aten. Стоимость их составляет 400 фунтов, но, насколько я помню, у Trinity бывают и скидки, и распродажи, и... модели, которые восстановлены, поэтому, в принципе, иногда их, наверное, можно получить и дешевле. Но базовая стоимость 400 фунтов, то есть современный где-то средний сегмент, да, как бы там, 500 с лишним долларов, это, конечно, дохренеть. Но, скажем, это уже средний сегмент, и, в общем-то, давайте смотреть на них подробнее. В плане упаковки это просто великолепно, и желаю другим производителям брать это на вооружение. В общем, никаких коробок, наушники просто приехали вот в таком вот нейлоновом кейсе, с логотипом компании, с ручечкой для переноски. В общем, жесткий такой довольно кейс, хорошо защищающий наушники. И я думаю, что это, по-моему, идеальный вариант упаковки. Открываем змейку. Тут гарантийный талончик. Краткая инструкция для тех, кто не знает, куда наушники засовывать. 2 комплектных провода, обычный и балансный 2,5-миллиметровый. Коробочка с набором насадок, 3 пары однофланцевых силиконок, пара двухфланцевых, 2 пары как пенок, да. Переходник на 6,3 мм, сами наушники. Вот, кстати, единственный минус упаковки, это то, что их довольно сложно отковырнуть. Поэтому аудиофил должен быть не только зубаст, но и когтяст. И набор фильтров для тюнинга звука, он тут... Теперь двухэтапный, двухуровневый, так сказать. Мало было нам мучений с подбором правильного звука в обычных R1. Ну, мучения я, конечно, в кавычках имею в виду. Ну, все равно попробовать разные варианты было довольно... Как процесс довольно длительный и требовавший, и зарождавший множество сомнений. А может, вот этот лучше или все-таки этот? А теперь у нас тут двухуровневая система фильтров. Надеюсь, что... К следующим моделям они не сделают ее трехуровневой, но посмотрим. И, в общем-то, про фильтры расскажу, наверное, в следующем разделе. В общем, как видите, комплект поставки, презентация сделаны просто прекрасно, и чего всем остальным желаю. По дизайну R2, в принципе, напоминают те же R1 и Zenit, и обычную версию. Ну, зачем проводить лишнее время в SolidWorks, если можно внутреннюю сторону наушника оставить такой же, как была. Схожая абсолютно форма, такое же темно-серое хромирование. Но вот эту вот сложную систему регулировки открытости и закрытости заменила вот такая вот стимпанковая решеточка. Наверное, фанатам Биошока должна понравиться. Я слышал, что вот этот вот крутилка это довольно дорогой элемент, который обуславливал значительное увеличение цены. Поэтому от нее решили отказаться, чтобы сократить расходы и
поддержать цену на более доступном уровне. Казалось бы, что с вот этой решеткой звукоизоляция должна быть ниже среднего, но где-то она на среднем уровне. В принципе, на шумной улице или в транспорте изолирует достаточно неплохо. В целом, довольно эргономичные наушники, в уши садятся хорошо, но, естественно, это для меня, потому что, судя по отзывам, у некоторых людей кровь шла не только из ушей при попытке их посадить, но и из глаз. Мне же в уши они садятся абсолютно без проблем, все закруглено, все аккуратно, довольно длинные вот эти звуководы, ну, поэтому у меня проблем нет, а тут кому как повезет на самом деле. Вот система фильтров, которая использовалась в R1 и R1 Zenith, то есть просто выкручивается фильтр и заменяется целиком. А вот в обновленной версии пошли по пути большего, так вот краешку положу, по пути большего усложнения. Фильтр тут состоит из двух частей. Вот вывинчу его, в принципе тоже внутренности можно поразглядывать, но не будем этого делать. Состоит из двух частей. Нижняя отвечает за бас, просто меняется количество низких частот, и я так подозреваю, что на самом деле основной секрет тут в маленьком-маленьком отверстии компенсационном. А верхняя позволяет регулировать количество верхней, даже не столько верхней середины, сколько в основном верхние частоты, их характер и протяженность. Поэтому, в принципе, больше гранулярности в тюнинге, и за счет этого решение, наверное, получается более гибко подстраиваемое. Естественно, весь этот тюнинг звука это не на ходу менять, все там под каждый трек перекручивая. И, наверное, он не подойдет для постоянной смены. Это вот для тех, для того, чтобы подобрать один вариант, который устраивает, и, в принципе, на нем остановиться скорее. В принципе, резьба прорезана хорошая, и могу отметить, что вот эта двухуровневая система тюнинга все-таки удобнее, чем, допустим, у тех же FLC-шек с необходимостью засовывать маленькие шпындики пинцетиком. Хороший выступ на звуководе, насадки держится очень надежно, поэтому тут все здорово. Собрано все, разумеется, качественно, никаких проблем нет. Подогнано тоже все аккуратно. В общем, видите, тюнинговать и тюнинговать, перевытюнинговать. Провод сменный, разумеется, используются двухпиновые коннекторы. По-прежнему есть маленький выступ для того, чтобы обеспечить правильную полярность. Так, это левое ухо и левый провод, вот. Но, в принципе, и другие двухпиновые коннекторы должны подойти. Главное, чтобы пины были с выступом. Довольно хороший коннектор. Аккуратно садится, надежно держится. Так, раз. Ну и, собственно, второй воткну, потому что все равно в следующем разделе мне нужно делать вид, что они подключены к плееру. Тренеры EMR прислушались к отзывам пользователей и поменяли комплектный провод. То есть мне, допустим, вот этот вот черный штатный вполне нравился, но как бы нравился не всем, выглядел недостаточно эстетски, поэтому теперь тут такой более аудиофильский, монокристаллическая медь, заушена без эффекта памяти, но в целом с микрофонным эффектом она справляется хорошо. Сам провод красивый, такой золотистого цвета внутри, он мягкий, не самый мягкий, но ближе к мягкому. Почти не твердеет на морозе, микрофон эффект вержен слабо, запутывается тоже не сильно. В целом довольно неплохой провод. Я пытался попробовать другие проводнички, и серебро от R&R, который у меня есть, и медный какой-то, даже не помню, откуда он у меня взялся, но они как бы по звуку не улучшают. Скажем, R2 даже делают, наверное, хуже. Металлический сплиттер, ползуночек вот этот, по-английски chin slider, подбородочный ползун. И тут он просто идет вот так вот аккуратно скрученный вниз до углового штекера. В целом хороший по звуку и по эргономике, довольно надежный провод. В принципе, приятно, что пошли на поводу аудиофилов и сделали более аудиофильский кабелечек. В комплекте, в общем-то, есть еще и балансный. Ну, в целом, как видите, по качеству сборки, по дизайну, довольно продуманные наушники со сложной системой тюнинга и, в принципе, хорошим качеством сборки. Ну и, конечно же, поговорим о звуке, не о запахе же нам разговаривать. Наушникам этим требуется прогрев, причем прогрев довольно длительный, у меня звук устаканился где-то только спустя часов 140. Мне иногда кажется, что R2 вообще были созданы для того, чтобы переубеждать скептиков и раскрывать всем глаза, потому что действительно заметно меняется звук в ходе прогрева, причем меняется неожиданно и удивительными образами, где-то после
часов 40-50 прорезаются яркие верхние частоты, после 70 они успокаиваются, при этом меняется количество низких частот. В общем, такое удивительное приключение в мире прогрева. Ну, на самом деле, недавно тут спрашивали, и много иногда спрашивают, как правильно прогреть наушники. Так вот, никаких правильных прогревов тут нет. Просто включаете музыку на том уровне, на каком вы ее слушаете, зацикливаете плеер и оставляете наушники в каком-нибудь ящике, чтобы они вам не мешали. Все, никаких чудес тут больше не бывает. Естественно, нужен подбор насадок и также, естественно, необходим подбор правильных фильтров. На форумах обсуждается, скажем так, самый часто используемый вариант – это розовый, вернее, как, это красный низ, золотистый верх. По умолчанию вообще идут черный фильтр, черный низ, черный верх, такой похоронный вариант сочетания. Но, скажем, с ним наушники невероятная басовая пушка. А вот, скажем, я тут для себя еще так и не решил, скажем, нравится мне красный вариант низких частот или как розовый, или как его назвать-то. Потому что красный это средний, а розовый еще на шажок меньше. Ну, в принципе, даже с розовым низких частот тут довольно много. А с красным звук становится еще чуть басовитее. В общем, пока что я использую вот эту вот, не знаю, фиолетовый, красный какой-то вообще цвет, каким его надо считать. Так, плеер на стол. Руки на стол. Перед тем, как делать этот обзор, положи руки на стол. Кто читал курс выживания для подростков Ди Снайдера, тот узнает отсылку. А кто не читал, ну, скажем, книжка уже, наверное, утратила свою актуальность в наш век интернета. Вот. По тюнингу, в принципе, это практически знакомые АМР, но сдвинули, которые сделали шаг в сторону больше, более вкусовой, более массовой подачи. Так вот. Баса тут много, он массивный, он фундаментальный, в принципе, есть много хороших наушников арматурных, у которых там с басом все хорошо и с весом и всем остальным, но когда речь идет о монументальности и массе, то, конечно же, ничто не сравнится с динамиком, как бы физику никто не отменял, для монументальных низких частот нужно прокачивать воздух, а для этого нужен большой излучатель, а тут он очень большой, поэтому... В принципе, в плане низких частот наушники такие внушительные. Наверное, одни из лучших моделей для басхедов, но при этом бас тут хорошо контролируется. Разрешение тоже очень хорошее. Конечно, не арматурное, но все равно бас детальный, с хорошей передачей текстур, с прекрасным контролем. Глубина у него довольно заметная. Поэтому, в принципе, тут бас, когда нужно, он себя проявляет, когда не нужно, не доминирует. В общем, такой хороший-хороший динамик. Не знаю, где его... АМР отрыли, но действительно это вот модель для тех, кто любит низкие частоты во всех их проявлениях и всех вариантах. Я тут вообще думал, не сделать ли этот обзор ностальгическим и для всех примеров использовать исключительно Prodigy Fat of the Land, но потом подумал, что все-таки это будет, наверное, перебор, хотя вот Diesel Power в них качает просто с какой-то адской силой. Поэтому в качестве примера у нас плейлисты, примеры, будет чуть более интеллигентный вариант электронной музыки Caravan Palace. Электросвинг с прекрасной базовой линией. И, разумеется, наушники отыгрывают ее очень эпичненько и драйвово и бодро. Такой есть как эффект сабвуфера, когда это необходимо, а когда нет необходимости в этом, он отступает на второй план, естественно. То есть так, драйв, и при этом, благодаря тому, что они хорошо строят воображаемую сцену, все вот эти электронные эффекты тоже звучат довольно классно. За средние частоты тоже отвечает тот же динамик, и на удивление неплохо с ними справляется. В общем-то, конечно, не стоит тут ждать арматурного ухода в микродетальность. Наушники, в принципе, даже не пытаются это сделать. И в этом их основное отличие от зенитов. Если зениты такие нейтрально-детальные, то тут немножко... передвинули фокус в область макродинамики и в область веса. В принципе, это чаще, ну, не чаще всего, а практически всегда это две как качель. То есть, скажем, больше веса, значит, меньше микродинамики. Больше микродинамики, значит, мы теряем в весе. Ну, просто потому, что по-другому это особо не срабатывает. В принципе, иногда можно получить правильный баланс и того и другого, но чаще всего это дорого. В целом, подача очень цельная, разрешение тоже хорошее, не арматурное, но... хорошая, натуральная, естественно, никакие детали не теряются. Тоже вот иногда интересно, скажем, послушать людей. Так кажется, что как бы разрешение это такая самоцель. Если, скажем, там сказать, что вот у одних наушников разрешение больше, чем у других, то как бы раз и что-то пропало. Нет, это не так. И на самом деле в основном все это разрешение касается именно вот этого фокуса на микродетализации.
Так вот, R2 детальная, с хорошей макродинамикой, прекрасным весом. И за счет этого веса ему дается и вокал качественно, и инструменты обретают нужную телесность. А телесность инструментов всегда дает, скажем, естественность и натуральность. Вокал эмоциональный, и все у них в этом плане получается хорошо. Воображаемая сцена большая, объемная, такая, скажем, местами сравнимая с какими-то топовыми моделями. В общем-то, построение сцены – это одна из сильных сторон этих наушников. Может быть, вот эта открытость их задней стороны дала себя знать. Может, еще какой-то другой секрет, не знаю. В качестве примера для средних частот вот такой вот трек. Часто его использую в качестве тестового, но для демонстрации, по-моему, еще никогда не использовал. В общем, этот тестовый трек, который у меня является тестом на сибилянты, и он как бы является обратным. То есть это трек, на котором хорошие наушники должны играть резко, и, скажем, сибилянты должны быть заметны, потому что записан он так, чтобы быть довольно ярким, и вот на припеве Seven Sun of a Seven Sun вот эти вот S должны быть резкими и такими пронзительными. Если наушники не дают этой пронзительности, значит, скажем, о какой-то натуральности говорить в них, ну, не о какой-то натуральности, но, скажем, значит, в них ВЧ прижали больше, чем должны быть. Но в данном случае нам ценна именно вступительная часть, потому что она такая эпическая, там какой-то хор на заднем фоне, монументальное вступление такое, и, в общем-то, вот благодаря объему с вот этими наушниками звучит оно великолепно. Плюс очень круто отыгрывается, собственно, бас. Как бы бас Iron Maiden — это предмет отдельного видео на полчаса минимум, обсудить их фирменное звучание бас-гитары, и наушникам это хорошо удается. Ну и, собственно, верхние частоты, они поддаются тюнингу с помощью вот этих вот фильтров, и меняется их и протяженность, и количество, и даже немножко характер. Я остановился на довольно протяженных и ярких золотистых наконечниках, они дают, скажем, по-моему, там одни из самых протяженных по ВЧ. Как обычно, протяженные ВЧ выше 10 кГц — это пачка о двух... пачка, палка о двух концах, конец о двух пачках. С одной стороны, как бы протяженность выше 10 кГц дает нам обертона, тонкие нюансы, всякие вот эти вот аудиофильские анонистические штуки. Но с другой стороны, на современных треках, те, кто занимается их сведением и записью, чаще всего хотели болт с левой резьбой ложить на все аудиофильские замашки, и часто ВЧ либо просто наглухо зарезаны, либо закомпрессированы. И если они просто зарезаны, то это еще повезло. Потому что артефакты компрессии выше 10 кГц часто, скажем, заставляют, ну как, ладно, не буду преувеличивать, не заставляют кровоточить уши, но они заметны и часто портят все удовольствие. Конечно, на всяких аудиофильских записях верхние ВЧ — это всегда прекрасно, но, блин, их там можно пересчитать по пальцам руки, наверное, не сильно хорошего токаря-фрезеровщика. Так вот, поэтому тут как бы можно подобрать себе правильный баланс. Пока что я все-таки наслаждаюсь этими протяженными ВЧ, золотистые фильтры меня устраивают. Но, в принципе, придушить их всегда можно. ВЧ тут по-прежнему используют этот керамический супертвитер, и это их сильная сторона, этих наушников. Естественно, они не для тех, кто не любит ВЧ, потому что тут нет попытки зажать все наглухо. Чуть-чуть прижать их можно фильтрами, но совсем задавить их не получится в комфортный такой звук. Хотя, в принципе, скажем, можно добавить больше баса, но все равно, скажем, модель, наверное, просто нет смысла издеваться над моделью, если вы не любите верхние частоты. При этом они как бы... можно добиться от них не резкой подачи, но совсем мягкой не получится. ВЧ обладают хорошей протяженностью, у них прекрасные атаки с затуханиями, хорошая слоистость и... кстати, вот еще одно, что-то пошли косяком наушники с хорошей слоистостью. Всего-то $500, и вы ее услышите, если позволяет запись. Вот, атаки с затуханиями, детализация, проработка, баланс веса на верхних частотах, вот эта вот насыщенность обертонами, в общем, такие очень богатые, очень красивые верхние частоты, про которые, скажем, наверное, ничего плохого и не скажешь, кроме того, что если вы эту часть диапазона не любите, то зачем вам такие наушники? И в качестве примера у меня будет еще вот такой вот трек. Это оркестр Глена Миллера «In the Digital Mood». Прекрасный ремастер классики джаза. В общем, если вы решите слушать оркестровый джаз, захотите с ним ознакомиться, то, наверное, вот именно этот альбом — это будет первейшая рекомендация, ну или одна из основных рекомендаций, потому что реально это
то, что стало золотым фондом джазовой классики, прекрасно исполненное и довольно хорошо отремастеренное. При этом вот именно этот трек хорош, является неплохим тестом для верхних частот, и даже не столько, конечно, всякие трубы и саксофоны, у которых очень много обертонов, уходящих вверх, они тоже, в принципе, позволят протестировать. Но тут есть запись тарелки, идет чуть смещенная влево, в левый канал, и на наушниках, которые плохо прорабатывают ВЧ, там, скажем, тарелка очень однообразная, и кажется, что это какой-то такой сэмпл, который просто воткнули в запись, найдя в библиотеке для Fruity Loops. А вот если проработать, вернее, как, если выбрать наушники, которые ВЧ прорабатывают хорошо, то становится понятно, что на самом деле тут верхнечастотный диапазон им, скажем, вернее, как, что вот эта тарелка, она на самом деле очень натуральная и естественная. Такая вот одна маленькая тарелка, которая много могла поменять. Little bird that could. Так. По источникам, в принципе, им достаточно, ну, скажем, минимально необходимое. Это где-то плееры среднего уровня, то есть там FIO M11, Opus номер 1S, LATU номер 500 Mark II, ну, 5000, да, не 500. Но на самом деле запаса по уровню у них где-то до, скажем, не знаю, начальных топов где-то, то есть с iBass 220, QLS 361, Kainen 6.2, они себя покажут еще лучше. То есть где-то вот примерно вот этот их диапазон, ну или, естественно, топы, там уже, в принципе, у кого что есть, как в том анекдоте, не сносить же два этажа дачи. Так что, наверное, надо резюмировать, потому что действительно долго тут распинался. В общем, наушники для тех, кто предпочитает натуральную органичную подачу, без уклона в микродетальность, при этом с неприжатыми верхними частотами, ну и, скажем, любовь к сочному басику вполне себе, как не, ну, не необходимое, но большой плюсом будет, в общем, любовь к низким частотам. Хотя, как бы, они тут, когда нужно, остаются на своем месте. Ну и вкратце о сравнениях. Почему вкратце? Потому что я ленивый, а расписывать совершенно не схожие по манере подачи наушники я не вижу большого смысла. Единственное, с чем их действительно стоит сравнить, это с R1-ми обоих вариантов. Ну и вот я уже это практически сделал. По сравнению с обычными R1-ми, у R1 и особенно у R1 Zenit это больше выражено. Они нейтральнее, суше, чуть ярче, больше фокусируются на микродетализации, а тут все-таки больше сделан уклон на весомости. В принципе, чувствуется, что тут другой динамик, он более весомый, более органический по подаче, скажем, это то, что, наверное, большинство предпочтет, то есть, скажем, это такой чуть более массовый тюнинг, если там, скажем, R1 Z были ярковатые и слишком нейтральные, что многие признавали их основной проблемой, не все, правда, понимают, что просто они играли именно то, что есть в записи, а считали, что это проблема в наушниках, а не в треке, то вот R2 это все-таки шаг в сторону более общего тюнинга, и они предлагают больше веса, чуть менее критичных записей, и в целом, ну, я не знаю, может быть, я неправильный обзорщик, и у меня нету такого вот, скажем, как, я должен был бы, наверное, выбрать какой-то один вариант тюнинга, который мне всегда нравится, и придерживаться его, а все остальное закидывать каким-нибудь навозом. Ну, я так не хочу, я, скажем, я понимаю оба варианта тюнинга, скажу, и детальность мне нравится, ну, и весомость, скажем, причем, наверное, весомость я все-таки чуть больше предпочитаю, но не настолько, чтобы считать то, что не совпадает с моим светлым идеалом, какой-то проблемой. Так вот, скажем, добавочная весомость, наверное, все-таки чуть лучший вариант, чем уклон микродетальность. Ну, в принципе, тут детализация тоже хорошая, поэтому еще раз говорю, что разрешение тут тоже хорошее, просто не выпячиваются мелкие детали на передний план. Классический R1 это что-то на полпути, даже не на полпути, это такой маленький шаг от R1Z в сторону R2. А, скажем, все остальные гибриды, которые есть в этой ценовой категории, их очень много, но даже не хочу пытаться их расписывать, потому что реально, скажем, на средних частотах они будут практически все чуть менее весомые, чуть более детальные, бас практически у всех такой менее массивный, менее фундаментальный, ну а по верхним частотам тут явная победа у EMR, просто потому что этот керамический излучатель, он, в принципе, дает натуральные верхние частоты и максимально качественные. Так что вот такие вот получились AMR R2, выпущены всего в количестве 300 штук, и скоро вроде как должны закончиться, посмотрим. А EMR уже работают над следующей моделью,
По-моему, они ГРА назвали. Будет сложно сочиненный гибрид, использующий одновременно динамик, изодинамические и керамические излучатели. Посмотрим, что это будет. Ну, в общем-то, это сегодня мы поговорили про R2. Спасибо за внимание.